Всем привет, ребята, меня зовут Спуди, да не дует, это красный шарик, мы находимся в каком-то подземелье, слушайте, нашу возлюбленную кто-то украл, и мне кажется, это огонь и вода, потому что они меня преследуют. А вот, кстати, и огненные квадраты, ой, они очень опасные, могут нас поджарить, поэтому нужно, знаете, так тихо-тихо, нас не видно, никто меня не заметит. Тихо-тихо. Как бы так быстро две звездочки взять? И бежим, 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 бежим. Нет! Вот это нам чуть не насыпалось. Так, что? А ты кто такой? Чего ты тут? Ты смотрите, летучая мышь сидит. Сейчас глаза откроет. Смотрите, смотрите, смотрите. Оп! Ку-ку! Бэмс! Но она что-то как-то странно сидит. Мы ее не можем трогать. А я бы хотел ее с собой забрать в клетку, бы посадил, выгуливал бы по ночам. Эх, была бы домашняя животинка. Ну ладно, не в этот раз. В этот раз у нас задание есть поинтересней. А именно найти нашу любовь всей жизни, нашу продолжительницу рода красных шариков, нашу принцессу шариковну третью. Да, ну, можем ее так назвать. Я шучу, конечно. Так, 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 так. И здорово, ключик тоже на месте. Все у нас хорошо. Эх, что это? Заболел наш бок, что ли, да? Что-то старость какая-то, ребята. Что-то трудно проходить стало на уровне. Ну что ж поделать, шарик у нас не молодец, конечно, радом. Только старше становится. Эх, может витамина каким-то попить? Ну не знаю, не знаю. Эх. Так, интересно, что было бы, если бы шарик стал старичком? Наверное, бы кататься было больно, то бока бы все болели. Так, ну давай запрыгивать, чё ты такой слабый? Ой! Тихо. О, кстати, он даже очень неплохо свалился, куда нам и нужно. Так, а вот и ключик виднеется золотой от нашей двери. Знаете, как у Буратино, тоже ключик был от тайной комнаты. Вот и мы должны найти ключик, где сидит наша принцесса. Ух ты, страшный, ты чё? Хочешь меня споймать, ключ забрать? Не-не-не, я быстрее, чем бы квадраты. Мне как-то поудобней бегать. Так, это чё такое? Ой-ой-ой. Ты задавить меня решила, что ли, тележку-то? Не надо, так не надо. Осталось нам, ребята, еще совсем чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой, кого-то мы сейчас бамс и раздавили. Так, я так понимаю, нужно возвращаться, да? Ну окей, хотелось бы на тележке, конечно, приехать. Но не получится, никто мне туда не подымет наверх. А жаль. Ой, слушай, ты кто такой? Ты чё тут нападает? Вот сразу нападают, ребят. Чтоб не делали, сразу только видят и нападают. Своими этими осколками непонятными. Чё у них сыпется все как карамель какая-то странная. Так. Ту-ту-ту-ру. Вот мы и на месте. И целая куча звездочек, слушайте, у нас теперь в кармашке. Фух, собрались и прыжочек. Так, оп. Ну почти-то, почти перепрыгнули. Ну чё такое-то? Хе-хе. А вот всё-таки теперь у нас это получилось. Так, теперь эту тележку. Всё, понятно. Понятно, доходчиво, понятно. Что не поиграешься тут особо с этой тележкой. Окей, хорошо. Значит, мы просто сейчас спрыгнем. Фух, она там, наверное, за нами не падает. А ну-ка, давайте откатимся. А то мало ли тут, ребята, что может быть, да? Так, вот это у нас, кстати, получилась очень классная серия. Я надеюсь, вам понравилось, потому что мы шариком заканчиваем, пока наши двери закрыты, и мы можем тут чуть-чуть отдохнуть. Ой, а то этот страшный монстрик может меня споймать. Ну что ж, ребятки, чем больше лайков, тем больше новых интересных серий шариков. Так что все зависит только от вас. Каждый дружочек поставит лайк. Это же совсем бесплатно, ничего не стоит, а мне приятно. Ну что ж, ребятки, с вами был Спу, деду-деду, и всем пока-пока.